Итак, разберем соло. Аккорды разбирать не будем, там все понятно. Начнем с соло. Итак, первая часть – это вступление, которое идет два раза. Показываем медленно. Еще раз. Я играю так. Смотрите схемку. Зеленые кружочки – это ноты, а красные цифры – последовательность нот. Дальше идет вторая часть. Тема. Показываю медленно. Еще раз. Семь нот. Смотрите схемку. Дальше идет третья часть. Третья часть. Еще раз. Смотрите схемку. Показываю медленно. Еще раз. Смотрите схемку. Дальше пятая часть. Пятая часть. Еще раз. Медленно. Смотрите схемку. Дальше все так же самое идет, только концовочка по-другому. А здесь. Смотрим схемку. И седьмая часть. Еще раз. Смотрим схемку. Дальше припев. Четыре ноты. Значит. Смотрите схемку. Потом идет немножко по-другому. Отсюда. Смотрите схемку. Наш перепев так.
И заканчивается песня вступлением.